Поздравляем! Сегодня Стариковы отмечают даже не золотую свадьбу, а изумрудную. Супруги познакомились в далеких 50-х. Как обычно бывает, судьба оказалась рядом. Родная сестра Петра Александровича работала вместе с будущей женой Надеждой Тимофеевной. Она приходила к нам, ну, как бы в гости. Ну, и один раз, значит, и говорит с опозданием, говорит: «Петя, проводи эту девочку до дома». Ну, вот я пошел провожать. Вот так и до сих пор провожаю. И с тех пор никогда не расставались. Он почетный строитель России. Среди наград даже медаль президента Ельцина. Она 35 лет проработала переводчиком для глухонемых. За 55 лет супруги съели не один пуд соли. Но Надежда Тимофеевна признается, что бы ни случилось, обидеться на мужа было просто невозможно. Записаны в голове все песни. И песенку споют, и рассмеюсь. Вот и все. Сегодня все ходил, с утра песенки поет. На двоих супругам почти 160 лет. Но несмотря на возраст, Стариковы все делают сами. И даже детям, внукам и правнукам успевают помогать. Сегодня у любящей пары двойной праздник. 14 февраля считается днем всех влюбленных. В России этот праздник стали отмечать только в 90-х годах. В то время, когда Петр Александрович и Надежда Тимофеевна расписывались, о дне святого Валентина никто и не знал. И весь секрет семейного счастья, по мнению супругов, не в святом покровителе, а в том, что нужно друг друга уважать и советоваться во всем. Самую нежную от всей души целую в щечку. 55 лет назад у них не было шикарной свадьбы, но рядом были близкие и родные. Сегодняшний юбилей Стариковы тоже встретят в теплом семейном кругу.